Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей. Приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь?» И сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и брошены в печь, раскаленную огнем. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанным?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, наместники усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, кто произнесет хулу на бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской.